лучший снайпер регулярки и плей-офф. Чемпион мира! Ты тренер, что ли? Он мой агент. Ты еще вот недавно в агентском бизнесе. Ну, какие-то вещи не знаешь. Нам нужно, чтобы Сашку взял другой агент. Нам нужны новые клиенты. Связи нужны, связи. Когда, кстати, ты уже ко мне придешь? Я тот, кто вам нужен, кто будет бороться за него до самого конца. Это будет лучший контракт в твоей жизни. Я постоянно добиваюсь своего. А дома ты не хочешь побыть? Может, ты еще спать на работе будешь? Может, так бывает, когда не обращаешь внимания на свою жену, не трахаешь ее. Мы же мужчины! У нас стальные яйца. Понимаешь, это же не просто мужская игра. Это же командная игра. Нашего жестко встретили. Так все партнеры вцепятся за эту мразь. Женщин бить нельзя. Любить можно, бить нельзя. Мы другие. Мы в хоккее. Слушай, так а как насчет поработать с мощным агентом?